Да. Чуть-чуть. Там широкая аудитория, хотят все снимать. Отойдите. Товарищи, от президиума 3-4 метра вниз отходите. Потому что нет возможности нормально проводить встречу. Непонятно, это организован встреча или какая-то толпа. Давайте не будем толпиться, не мешать друг другу, не топтать ноги. Спокойно стойте, снимайте, фотографируйте. Спустились, товарищи. А сейчас, время еще. Ага. Сейчас скажи, у нас еще 15 минут. 15 минут еще? Ага. Ну, по часам. Не путинским, но часам. Наши часы ходят. А Елочка подъедет, Елочка? Ваши точные Елочка, часы? Сейчас да. Мы прокричим, чтобы она пришла. Мы Елочку ждем. У вас точные часы, мы поняли. Да. Хорошо. Сейчас большая камера. Снимаю. Вы испарите. Дайте журналистам работать. Дайте журналистам работать. Толстой объявил, что мы отвечали на все ваши вопросы, мы озвучивали здесь нашу программу, мы представляли наших кандидатов, нас били дубинами, нас притесняли, нас сажали в автозаки, хватали. Что под руку попадется, за что под руку попадется. Хватали и вас, к сожалению. Притесняли средства массовой информации незаконно. У нас за этот период в автозаках оказались и кандидаты в депутаты Государственной Думы. Это особые люди, наделенные определенной неприкосновенностью, так как им доверила партия идти на выборы. Мы тогда говорили, и вы нас поддержали, спасибо большое, что власть пошла ва-банк. Власть это вертикаль путинская, уже многолетняя. Вертикаль, которая привыкла бесчинствовать, которая привыкла нарушать законы, которая привыкла, что Конституция для них не Конституция. А вот граждане, вот это там внизу какая-то мелкота, должна и законы выполнять, и подчиняться, и слушаться. Не важно, что скажет главнокомандующий, не важно, что скажут силовые структуры. Это неправильно. Это ненормально. Мы вам докладывали, что за этот период в России разразился страшнейший репрессивный механизм преследования граждан по политическим взглядам. Это непозволительно. И у нас один за одним проходят по конвейеру. Силовые структуры забрали, прокуратура не защищает, суды осуждают, и люди сидят в тюрьмах. Только потому, что они имеет другое мнение, чем у Путина, чем у Единой России. Это ненормально.